На официальном пляже райцентра Карткировского района пока не планируется закрытие сезона. Спасательный пост здесь будет до последнего отдыхающего, заявили в местной администрации. Кстати, раньше в Карткировске было только место для отдыха у воды. Пляж здесь открыли впервые в этом году. В чем разница, выясняла Виктория Палкина. Белый песок, шум реки, безмятежные сельчане на берегу. Место отдыха у воды сменило свой статус на официальный пляж в июле этого года. Местные всегда отдыхали здесь, но раньше стояли запрещающие знаки. В этом году экспертиза воды и скорость течения позволили получить разрешение на открытие пляжа. Мы подаем заявку. В Сыктывкар приезжают водолазы и обследуют дно на предмет каких-то коряг, там, может, проволок, железяк. Они это, если есть, убирают, вычищают и дают нам карту дна и место, где они обследовали. То есть мы знаем, что в этом месте сегодня нету никаких там препятствий, да, и организуем здесь место отдыха воды или пляж, чтобы люди, если которые купаются, не поранились, там, не ушиблись где-то, ничего не получили, никакие травмы. Матросы-спасатели здесь каждый день. Сельская администрация обучила двух студентов, и теперь они присматривают за отдыхающими. Основное внимание, конечно, дети. Если же мы видим детей без родителей, без взрослых, без сопровождения, мы либо сообщаем начальству своему, либо же в полицию звоним. Разрешенная береговая линия для купания 100 метров в длину и 40 в глубину реки. Здесь же обустроен спасательный пост. Установлены информационные стенды. Вся зона, получается, у нас ограждена буйками специальными, которые, ну, для взрослых это глубина там 1,3 или там 1,5 метра, ну, как по стандартам там идет. А для малышей вот ограждена специальная площадка, где родители могут смотреть за ними или купаться и как бы знают, что их дети всегда, ну, скажем так, в безопасности находятся. Погода в первой половине августа, по прогнозам синоптиков, будет вполне пригодна для купания. Так что песчаный пляж Карткироса без отдыхающих простаивать не будет. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал «Юрган», Карткировский район.